ты реально кирпит гол? Опа, приветик, Кентуха на проводе. И прямо сегодня, ребята, я зайду на забаненный аккаунт, который прямо сегодня разбанили. И мы посмотрим, что же на этом аккаунте осталось после бана. Также, помимо всего этого, я помню то, что там были очень дорогие скины. И прямо сегодня, скорее всего, вы будете просто в шоке. Поэтому присядьте, если вы стоите. А мы начинаем. Ну а прямо сейчас, ребята, надо прожать лайкусик, огромный лайкусик прожимай. Также подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий, плюс твой ID. Тебя ждет сюрприз. Ну и конечно, смотри видео без перемоток, ты не пожалеешь. Поехали! Небольшая предыстория. Кента ПК, откуда у тебя берутся постоянно эти аккаунты? У вас, наверное, возникает вопрос. Так вот, ребята, сейчас все расскажу. Этот аккаунт подарил мне мой подписчик еще очень-очень давно. Так вот, я зашел на этот аккаунт, и однажды я решил немножко потрейдить. Ну как потрейдить? Я купил 200 скинов для видео, потом я эти 200 скинов продал, и мне дали трейдбан. И после этого я полгода на аккаунт не заходил. Что же сейчас произошло с этим аккаунтом, я вообще без понятия, мне самому очень интересно. Поэтому давайте вперед заходить как можно быстрее на этот аккаунт, и надеюсь, у меня там остались все мои дорогие скины. Ну что же, ребята, вот я и на этом аккаунте. Первое, что мы обратим внимание, это ID. ID-то начинается на двоечку. Дальше лучший ранг мастер, и тут лучший ранг союзника Gold 3. Я на этом аккаунте не был полгода, но тем не менее, полгода это очень недавно. Потому что у меня есть аккаунты, которые я не заходил вообще по году, по полгода, по 2 года и даже по 4 года. Да-да-да. Ну а теперь, ребятки, давайте посмотрим личное сообщение, потому что это самое интересное, что же мне тут пишут. Считаем. Привет, можно в... Клан, братан, слово клан пишется слитно. Двойку тебе по-русскому. Так, что пишет Раш? А, пыжи, а я тебе... Ой-ой-ой-ой-ой. Можно 100 голды? Пыжи, брат, могу, но не дам. Надо самому заработать. Привет, хочешь сделать прокачку аккаунта на 300 голды? О, понятно. Разводил и добрались и до этого аккаунта. Так, ну что же, ребята, теперь давайте посмотрим, какая статистика на этом аккаунте. Лучший ранг мастер, попрошу обратить внимание. Да-да-да, я мастер, да, не удивляйтесь. Так, сезон номер 2. Тут вообще элита, зашибись. Я сейчас просто, пацаны, потеряю сознание, если я буду легенда в первом сезоне. Легенда! Обалдеть! Блин, какой же это крутой аккаунт. Так, смотрим. В союзниках лучший ранг чемпион. Ну, честно говоря, слабовато. В общей статистике КД 1.48 и 2000 часов онлайна. Обалдеть, как много. Ну и прямо сейчас, ребята, будет самое главное. Но перед этим я хотел бы проверить, сняли ли мне бан точно. Так, мы заходим на самый дешевый скин. Я покупаю его, покупаю. Так, не понимаю. А ну-ка. Так, а вдруг трейдбан не сняли, а ну-ка. И он купился. Все идеально. Погнали смотреть инвентарь. Ахалай, махалай, инвентарь, открывайся. Ой-о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 й. Так, ребят, начало очень-таки хорошего. У нас целых 11 кейсечков, один боксичек. И вы посмотрите, как же много разных анкомонок. Так, ребята, я предлагаю, чтобы сохранить интригу. Внимательно следите. Следите и слушайте. Я сейчас сделаю крафтик. Но, ребята, есть очень хорошие новости. Я не знаю, что на этом аккаунте. Но я готов этот аккаунт подарить вам, если вы прямо сейчас все поставите лайк, подпишитесь на мой канал и посмотрите все видео без перемоток. И напишите какой-то хороший комментарий. Я реально готов этот аккаунт отдать кому-то из вас, потому что, ребята, у меня этих аккаунтов уже выше крыши. Так, ну чё, мы делаем очередной крафтик. Слушай, а чё их так много? Я, конечно, извиняюсь. Как-то слишком много этих анкомоночек, блин. Но радует только одно, то, что это все Origin коллекция, то есть это все очень-очень-очень-очень и еще раз очень дорого. Но я чё-то крафчу, и ничего не заканчивается, ребят. Ну вы совесть-то имеете? Я даже не понимаю, чё я вообще их закупал? Алло, гараж, я вообще адекватный или нет? Зачем я так купил много этих анкомонок? Блин, да кому они вообще сдались? Так, ребят, давайте я, кстати, докращу уже вне видео. 5 minutes later. И самое интересное, ребята, то, что мы еще даже не перешли до инвентаря. Вот прямо сейчас, после этого крафта, я узнаю, что же у меня есть в инвентаре. Так, ребят, я делаю последний крафт. Я понимаю, я вас уже замучил этими крафтами, ребят. Сейчас все будет. Сарика, снимаешь? Давайте, опа. Опа, нормально, да. АХР-12 пиксель камуфляж. Он стоит 8 голды, это ерунда. Обалдеть! Это не рофл! Это реально кирпит голд? Что? Я сказал то, что я этот аккаунт подарю вам? Ё-моё!
Обалдеть! Давайте я прямо сейчас выставлю на рынок, чтобы вы не думали, что это не настоящий. Это самый настоящий Кербит Голд. Я не верю, что он у меня в инвентаре. Обалдеть, Кербит Голд! Я забыл про этот аккаунт, а на этом аккаунте, оказывается, есть Кербит Голд, который стоит 82 тысячи голды. Это мой Кербит Голд, я про него забыл. Вау, ребята, прожмите за это лайк, потому что я планирую этот аккаунт дать кому-то из вас. Но самое интересное, ребята, то, что это только начало. Дальше у нас есть перчаточки. Так, сегодня стоит 1300 голды. Да, дешевые перчатки, но тем не менее у нас есть Керголд. И в этом Керголде любые перчатки будут очень крутыми. Что же у нас есть еще? Эмочка самурай, да еще и с наклеечками, еще и статрек, да ты шо? Неплохо. Ребят, хэштег непоганенько. А АВМ стикер бомб. Кажись, да, с начала выхода этого пасса я покупал этот АВМ. Блин, я еще помню, хотел видео снять, только жизнь не снял. Блин, это очень круто, потому что у меня есть такой АВМ. Только единственное, что пас стоил 5к. А в итоге этот АВМ стоит 270 голды. Обалдеть, как нечестно. Так, смотрим дальше. АКР Тахкинг. Ой-ой-ой, ребят, ну какие крутые наклеечки, а? Наклеечки-то неплохие. Ну, блин, слушайте, ну очень сочно. И наклейки прям идеально подходят. Так, у нас есть АКР Некромансер. Ну, если честно, ну это как слишком дефолтик. P350 Тахкинг. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, ребят, у нас еще есть USP Хамелеон. Блин, вот я не понимаю, вроде бы я покупал Керголд, да, на этот аккаунт. Ну почему не купил другие нормальные скины? Ладно, перчатки есть нормальные. Ну, блин, почему нет нормального КР, нет нормального ВМа? Где, блин, нормальные скины? Зато есть нормальная медаль. Посмотрите, ребята, чтобы понимали, что этот аккаунт очень старый, на нем есть даже ассистенс медаль. Насколько же он старый? Этот аккаунт более старый, чем я. Есть медаль новогодняя 2021 года. Ничего себе, ничего себе. Медаль ветерана 2021. Есть даже медаль ветерана 2019 года. Блин, сколько же тут медалей. Обалдеть. Ну что, ребята, также у нас есть очень много разных кейсочков. Посмотрите, как же много райвелов у нас. Обалдеть. Я их еще покупал тогда, когда они были в магазине. А сейчас райвел кейсочки. Знаете, сколько они стоят? Они стоят 147 голды. Обалдеть. Также у нас есть фейбл боксичек. Давайте мы его прямо сейчас откроем. Ну а че бы нет, ребят, можем себе позволить. Выберем с него самый дешевый скин, но нас это не пугает. У нас есть Керамбит Голд. Давайте мы лучше с вами откроем первый райвел кейсичек. Ну что, ребята, вы готовы? Я тоже готов. Делаю небольшой бустик на G команда Флорел. Верю, верю в Аркану, верю в Аркану. Мне нужен Аркан. Даркан, Даркан, ну будь ты человеком. Ну дай Аркану. Это что такое? Это что за скам? Ладно, ребята, первый блин комом, ничего страшного. Но зато, возможно, мы прямо сейчас выбьем тычки. Дело будет раз, дело будет два, дело будет три, дело будет четыре. Ахалай-махалай, тычки, выпадай. Слушайте, а где тычки, собственно? Я тычку не вижу, так, ребят, второй эпик подряд. Честно говоря, меня это немножко пугает. Так, давайте соберемся, ребят, соберемся. Давайте просто все пишем хэштег тычки. Хэштег стой очки в комментарии. Стой очки, стой очки. Давай, 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 давай. Давай. Так, 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 они даже не пролетают. Они даже не пролетают. Это что за наказание-то такое? Ладно бы, они хотя бы пролетали. Но их просто даже нету рядышком нигде. Просто они улетели в другую вселенную. Это что за безобразие? Так, Empire кейсичек. Вот он меня точно не подведет. Вот перчаточки панк по-любому ща выпадут. Перчаточки панк, я вас люблю. Идите к папе, перчатки панк. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Опять эпик. Третий раз подряд эпик. Не знаю, такое ощущение, что я заколдован. Разработчики, что вы сделали с моим аккаунтом? Алло, гараж! У меня такое ощущение, что разработчики мне специально шанс уменьшили. Ну почему так мало? Какой шанс? Шанс нападения аркану 2%. У меня такое ощущение, что у меня 0,02%. Так, ладно, поехали. Давай, давай, стычки, стычки, стычки. Легендарочка! Ой, хорошо, так как, ой, хорошо, так как. А вы заметили, что каждый раз нам падает дроп все лучше и лучше, лучше и лучше. Значит, возможно, прямо сейчас мы выбьем бабушку Леси. Леси, какая ты красивая, я бы тебя поцеловал бы. Я бы с тобой джага-джага сделал бы. Так, все, ребята, дело будет раз, дело будет два. Легаси, легаси, ну легаси, ну, пожалуйста. Еще одна легендарка. Слушай, хорошо, 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 идем. То есть нам вначале выпало 3 эпика. Сейчас, по идее, выпадет 3 легендарки. И после этого выпадет 3 арканы подряд. Спасибо большое, я не против. Так, ребят, обратно же грамм следующий файбл кейсичек. Дело будет раз, дело будет два, дело будет три, дело будет 4. И просто по-быстрому, без лишних слов, открываем. Без лишних слов.
Еще одна легендарка? Это что? Это что? Статрек еще? Слушай, а сколько он стоит? Мне это интересно. 114 голды? Вау, это очень круто. Так, ребят, открываем еще один райвел кейсичек. Блин, вот если нам еще выпадет же команда Флорал, я буду орать. Давай, же команда Флорал, выпадай, 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 выпадай. Но нет, нам выпадает очередной эпик под названием P350 Rally. Спасибо большое, но я ожидал что-то получше. Просто взяли и плюнули мне прямо в лицо. Имейте совесть. Так, давайте еще раз прошу. Же команда, же команда, же команда, ребят, же команда, я закрываю глаза. Я верю, что будет же команда. Когда открою, там будет же команда. Я верю, что будет же команда. Так и. Акар-карбон. Ну, это не совсем же команда, но тоже неплохо. Осталось последних две попытки. Ребят, ну что, держим кулачки. Я верю в нас с вами. Мы должны это сделать. Давайте, ребята. И UMP-45 серверу. Зашибись. Ха-ха. Так, ребят, последняя попытка. Last try. Мы это сделаем. Потому что кто мы? Мы маслята. Ну что, ребята, поехали. 3, 2, 1. Давай, давай, давай. Да. Мы обкакались. Ничего страшного, было. Ну что же, ребята, в принципе, на это все. Обязательно прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И чтобы получить вот этот аккаунт с Кирголдом, переходи быстро и подписывайся ко мне в телегу. Все ссылочки есть в описании, потому что там будет вся инфа. Все, ребята, всех обнял, приподнял, всем удачки, всем пока!